говорит, я знаю стайку по имени отчества Николаев. Вот видно у меня георгиевскую ленточку. И это людей, для которых я объясняю, вот, Симе, похож. Вот это предатель, это все фарш. Георгий, конечно же, он мужской, он не женский. Где находятся женские генералы НАТО? Ну, у вас это уже понятно. Ну, те женщины, девочки, которые у нас, ну, мы их предоставляем, помогаем возможность, чтобы развиваться. И как сказали, что это, конечно, у них предимство, как дамы, за милой дам всегда, я с вещей по годам. Но они должны быть с первым и приезжать, сказать: извините, мы вас поняли, мы так уже не будем делать, моего, то, другого. Конечно же, иначе как, если все время те были, ну, на два фронта играли, да, а играть на два фронта в наш случай, а что произошло, пусть это самую большую империю мировую, пусть потом мы остались без миллион квадратных километров в Советском Союзе, а потом остались без, я уже не знаю, может быть, еще без 3 миллионов после распадов эту Российскую Федерацию, да? Да, Рубиас Фау сейчас. Ну, конечно же. Так что, смотрите, вот, у меня, да, есть георгиевская ленточка. Давайте увидим, если у них тоже есть. Показали бы они, что ж, да? А если нету, то приостановили обманывать весь миром, да? Ну, там у них друзья какие, я же могу сказать, ну, не, конечно, все вокруг, они то наши враги, блядь, как с этого разобраться? Пусть хочет бы мы стали опять друзьям, как раньше, а может быть и намного лучше. Пусть все у них понятно. Приезжает, оплачивает, приостанавливает виновную поведению, лустрацию. Надо искать опрощение. И пусть выплата на все то, что они нас натворили. Это об ощущении, конечно же. Вот тогда пусть. А может быть и что-то больше, чем приятели, мы можем статься. Так что давайте. Вот. Говорит Ердан. Стайку по имени отчества Николая, первым соединение из Руси.